Сегодня у меня будет рисунок на тему спорт девочка-гимнастка. Сначала мы ее рисуем лицо. Вот это рот. И делаем вот такие вот линии. Чтоб потом было, мы будем обрисовывать вокруг них. Вот это мы рисуем ногу. И вниз другую. И рисуем руки. Она держит ногу и вторую рядом. Теперь мы начинаем прорисовываем ноги. Теперь рисуем начинаем рисовать руки. Другую руку рядом рисую. Далее ноги прорисовываем.
нас уже более стало похоже. Сейчас будем здесь рисовать руки. Продолжаю. Стерла лишние линии. Вот так вот у нас получилось. Сейчас мы будем разукрашивать. А вы пока подпишитесь. Начинаем. Разукрашиваем ноги таким неярким розовым цветом. Цветом мы будем разукрашивать лицо и руки.
Начинаем разукрашивать купальник. Купальник у нас будет салатового цвета. Красим волосы белой гуашью. Фон голубым и зеленым цветом вы можете его не делать, просто я захотела сделать фон. Такая вот гимнастка получилась. А вы подписывайтесь.